Всем привет! С вами Ирина. В этом видео я хочу вам рассказать про мои наблюдения за вот этой вот орхидейкой Тетраспис. Я начиталась на различных ресурсах, что данная орхидея цветет всего-навсего 10 дней. Вот. И мне это стало как бы очень интересно. Я решила пронаблюдать за своим растением. Действительно ли эта орхидейка держит цветок, ну, цветущий, да, 10 дней. И я вам скажу, что у меня цветочек продержался ровно 20 дней. Первое видео я вам сняла, оно было опубликовано 15 числа прошлого месяца, а в этом месяце 5 числа, это была пятница, я увидела, что цветочек мой начал уже увядать. Вот. В субботу-воскресенье у меня не было на выходных возможности снять видео, поэтому снимаю сегодня. Сегодня у нас понедельник, и сегодня же это видео будет опубликовано. Вот. И вы видите, что цветочек уже сам опал. Вот. Но сама суть, что цветочек держался, по крайней мере у меня, ровно 20 дней. Так что какой я сделала вывод из данной ситуации? В первую очередь, я не один раз повторялась, я не один раз вам говорила, отвечала даже на такие вопросы, как через сколько у меня зацветет растение, сколько по времени растет цветонос, сколько цветет орхидея. То есть эти все вопросы, они такие, ну, скажем так, нельзя однозначно ответить на этот вопрос, потому что на примере вот этой вот орхидейки вы также увидели, что растение у меня получается, что цвело не 10 дней, а 20 дней. Все зависит от условий содержания, от самого цветка, что цветок там надумал, да, и до того, как он, к примеру, к вам попал, в каких условиях он содержался, это все тоже нужно учитывать. Но в большинстве случаев, конечно же, когда мы покупаем какой-то новый цветочек, мы же не знаем, в каких условиях содержалось данное растение. Нам могут рассказывать одно, а на самом деле может быть совершенно-совершенно другое. Так что, ребята, однозначно ответить на этот вопрос очень и очень сложно. Приблизительные какие-то там сроки можно ставить, но сказать точно это, ну, практически невозможно. Поэтому вот этот цветочек у меня цвел 20 дней. Будем наблюдать за этой орхидейкой дальше, потому что я вам говорила в предыдущем видео, что цветоносы у сортовых орхидей никто не срезает. Их так и оставляют. В дальнейшем этот цветонос продолжает дальше свой рост, и через некоторое время этот же цветонос снова нам откроет цветочек. Возможно даже такое, что это же растение выпустит нам еще один цветонос. Вот поэтому, ну, за это мне очень понравились сортовые орхидеюшки. Плюс мне безумно нравятся их листики. Я с ними абсолютно ничего не делаю, но они шикарно блестят. Вы видите, даже вот на видео видно вот этот вот блеск, лоск такой вот. Ну, мне кажется, его ничем не сделать и ни с чем не сравнить. Вот каждый листик, каждый, даже те, которые уже и побольше листики, просто он такой вот формы, да, как бы загнулся так листик, скажем так, приподнялись края у него, но тем не менее в серединке он все равно блестящий листик. А вот, так что вот такие вот изменения произошли, наш цветочек уже отцвел, и мы с вами будем наблюдать дальше, и мне очень хочется посмотреть, когда зацветет уже следующий цветок. Так что с помощью этой орхидейки мы с вами плюс-минус можем рассчитать, когда она там зацвела, да, когда сбросила цветочек, ну и посмотрим в дальнейшем, когда наш этот цветоносик, насколько он еще подрастет и когда он выпустит следующий цветочек. Ну а пока я буду с вами прощаться, спасибо вам всем огромное за внимание, подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч, пока-пока!